начале года, совсем недавно, в Цейгаузе прошла презентация фотовыставки природы Астраханского края «Заповедными тропами, сохраняя будущее». Черно-белые цветные фотографии не могли оставить равнодушными никого. Особенно мне показалась историческая часть фотоэкспозиции. Там 30 работ, которые были восстановлены из негативов Евгением Полонским, архив Астраханского государственного заповедника, на которых запечатлены истории и, главное, люди Астраханского заповедника. На других фотографиях уникальная природа Волжского Понизовья. Фотографы Евгений Полонский, Валерий Малеев, Герман Русанов, Алексей Кашин, Станислав Шинкаренко, Владимир Паньков и Олег Сарана. Записано несколько интервью с участниками выставки, но сегодня вы услышите лишь одно с известным фотографом Евгением Полонским. У всех своеобразный взгляд. У Малеева, допустим, у Валеры Малеева, вот гусей он интересно снял, он снял их, снимал практически вплотную. Понимаете, вот наши гусей, они настолько как бы, да, фотограф сумел снимать их вплотную. Он даже их снимал спящими. Ну, то есть, это надо быть настолько увлеченным фотоохотником таким, и настолько знать и повадки птиц, зверей, все такое, чтобы уметь снимать. И был отбор из многих снимков, ну, во-первых, как бы типа тематики. Если вот мы посмотрим, допустим, бакла, пеликаны, да? Вот меня спрашивали, а почему у пеликанов вот такой цвет необычный? А потому что один снимок рано-рано утром сделан, а другой снимок сделан уже поздно-поздно вечером при заходящем солнце. Если просто снимать при обычном свете, ну, белые-белые, да, а когда они в себя вот при необычном освещении, они принимают, ну, как бы, разные интересные оттенки окраски, ну, это уже получается интересно. Правильно, да? Вот они такие необычные, как будто вроде бы синие, да, а здесь они как будто какие-то розовые. Ну, то есть вот эти вот все оттенки, или вот, допустим, вот орланы зимой. Вот они сидят, парочка, любуются друг на друга, свое отражение в воде, да? Здесь вот дерутся, все такое, как бы, ну, по сюжету. То, что вы спросили. Вот у Алексея Кашина, он великолепно снимает, он часто, постоянно находится как на природе, и у него совершенно замечательные снимки, портретные снимки, в том числе животных. Ну, это здорово. Вообще посмотреть, ну, как бы на всю выставку, вот тоже обратите внимание, дети, заповедные дети, снимком которым уже практически 100 лет, и эти же заповедные дети, но только современные, и вот директор заповедника с ними занимается, посмотрите на их лица, это одни и те же буквально дети. И насколько сочетается и преемственность, и традиции заповедные, да, то, что дети были 100 лет назад, и вот они, такие же самые замечательные малыши, вот они, да, через 100 лет. И они такие же, они счастливые, у них такие лица у всех просто замечательные, да, на них смотреть одно удовольствие. Я вас попрошу просто вот обязательно зрителям покажите вот этот. И вот это такой исторический, да? Дело в том, что огромный хороший архив заповедника. Спасибо им огромное за то, что сберегли этот архив. Стеклянные пластинки, еще, знаете, вот 9-12, все это негативы такие старинные, начиная с начала 20-х годов. Здесь есть первый, когда вот только начиналось организовываться заповедное дело в России. И вот они на пустырях, сидят на пустырях, у них еще там палаточки какие-то. Они занимаются бытом, они стригут друг друга. Как бы. Но это настолько удивительно, настолько это здорово. Это самые первые фотографии заповедника. Они молодцы, то, что они сохранили. Ну, я как фотограф, ну, приходилось, конечно, много ретушировать. Много восстанавливать каких-то деталей. Почему? Потому что негатив, сами, ничто в этом мире не вечно. И, естественно, приходилось очень много, ну, как бы там, что-то восстанавливать, потому что некоторые лица были утеряны. Вот.
Что делать? Приходится восстанавливаться такое. Но зато результат, я, конечно, очень доволен результатом, потому что посмотрите на фотографии, какие у нас в России замечательные люди и какие у нас патриоты всегда были и есть заповедного дела, самоотверженные люди. Это же здорово так.